Лейся песня. Если лавры знаменитых поп-див не дают покоя, значит, пора показать общественности свои способности. Для тех, кому песню «Строить и жить» помогает, стартует музыкальный конкурс. Совместно с телеканалом «Тюменское время» при поддержке интерактивного телевидения «Ростелеком» стартовал караоке-конкурс «Поют все», в котором могут принять участие все желающие. А пока не теряем времени даром и оставляем заявки на участие. Все, что нужно, это выбрать любимую песню, записать исполнение композиции на видео и оставить его в комментариях к посту в группе программы «Утро с вами» ВКонтакте. Видео нас интересует любого качества, то есть неважно, где вы поете, неважно, что вы поете, важно, как вы это делаете, насколько вы это делаете искренне, гармонично, зажигательно. После 22 октября, вот до этого времени нужно выкладывать, после 22 октября жюри просматривает все эти файлы, выбирает 20 наиболее интересных претендентов на главный приз. Я напоминаю, что это поездка в любую точку мира от телеканала «Тюменское время». В числе победителей совсем не обязательно окажутся исполнители-профессионалы. Конкурс пройдет в несколько этапов, участники которых отберет творческое жюри, станут гостями программы «Утро с вами». Так что их выступление можно будет лицезреть и в интернете, и по телевизору. Кстати, о телевидении. 200 каналов – это не все, что могут предложить современные технологии. Дополнительные сервисы помогут развлечься и подготовиться к участию в музыкальном конкурсе. Телевизор с подключенным интерактивным телевидением от Ростелеком может практически все. Одним нажатием кнопки поставить эфир на паузу, перемотать и посмотреть фильм, который шел там 2-3 дня назад. Это видеопрокат, где огромное множество постоянно пополняющихся коллекций сериалов, фильмов от крупнейших российских и мировых студий. Для любителей попеть – это наш сервис «Караоке». Участникам желаем удачи и вдохновения. Не стесняйтесь и оставляйте свои видеозаявки.